Вы знаете, мы вот уже не первый раз приезжаем, и я вижу, как растет ребенок. Вот, может быть, пензенцы не видят день ото дня, как город меняется, как улучшаются дороги, как фасады, как зелень, как настроение. И есть что посмотреть. Не хочу никого обидеть, но раньше это была такая, в общем, глухая провинция, еще лет 15-10 назад. Вот последние несколько лет, особенно последние пару-троечку, пенза смывает в небо, в космос, и очень меняется. И душа радуется. Я позволю себе сказать, что это, в общем, тенденция российских городов. Я удивился сейчас, и прям Самара, Тольятти,